Ну вот вам и луна. October 2018, Харьков. 18:11 по Киеву. Наконец-то безветренная погода, движение Луны. Хорошо видно, колебания не мешают практически. градус тепла, между прочим, помимо безветренной погоды. Днем было 24. 17 октября. Через 2 месяца Новый год. Не знаю, видно, не видно, да? Ну, в общем, верьте на слово, 21 градус. Цвет неба, конечно, совершенно какой-то запредельно неестественный. Ванильные небеса. Кровавые.